Полтора века назад он причалил к далеким берегам на северо-востоке Новой Гвинеи, куда до этого еще не ступала нога белого человека. Миклуха Маклай был первым. Между собой аборигены называли его Тамо Рус, русский человек, или же Карам Тамо, человек с Луны. Maklai em mitokia em good plaman. Oli lukimos em good plaman. Na em man ino save rausimol man oli kamlongen. Olsem na oli tok olsem longen em moon man ye. Em white night you looking moon em white. Tasolosem na tok olsem em come down long moon olsem na emiga despla kind passing. One bell na despla kind passing ye. Em kisimi kamlong ye. Na em want them to you le pungi mosem na holy holy mosem em moon man long top place holy top mosem karam tamo. Больше чем в 10 тысячах километров от Папуа-Новой Гвинеи в России, в Санкт-Петербурге, откуда отправлялся в дальние странствия великий ученый и путешественник, живет его потомок. И его тоже зовут Николай Николаевич Миклуха Маклай. Я двоюродный праправнук тому самому великому Николаю Николаевичу Миклуха Маклаю. И у нас две ветки родственников. Есть австралийская ветка. Это от его сыновей Александра и Владимира, которых супруга Маргарет увезла в Австралию после его смерти. И вторая ветка от старшего брата Сергея. Это российская ветка. И я полный тезка Николаю Николаевичу. И, конечно же, имею полную ответственность за то, чтобы продолжать его дело и рассказать молодому поколению о его деяниях, для того, чтобы память о нем сохранилась и в будущем, и сейчас. Будущий знаменитый путешественник и этнограф родился 17 июля 1846 года в деревне Языково-Рождественское Новгородской губернии в дворянской семье. У него было еще три брата и сестра. Усадьба, как и старинное село в его прежнем виде, не сохранились до наших дней. Памятник Николаю Николаевичу Миклуха Маклаю установлен в расположенном неподалеку городке Акуловка. Там в день рождения ученого ежегодно празднуют День этнографа и устраивают маклаевские чтения, на которые съезжаются потомки путешественника, этнографы, краеведы, писатели и журналисты, а также гости и жители города. Сам Николай Николаевич Миклуха Маклай поначалу учился дома, а после семья переехала в Санкт-Петербург, и он стал учеником второй Санкт-Петербургской гимназии. У нескольких поколений школьников отважный путешественник с необычной фамилией был символом далеких странствий. А что знают о нем сегодня люди, не связанные с местами его жизни или обучения? Каких русских путешественников вы знаете? Надо подумать, конечно. Пржевальский? Да много очень было. Лазарев, Беллинсгаузен. Ну, первый школьный – это Миклуха Маклай. А имя Миклуха Маклай вам что-нибудь говорит? На самом деле нет. Миклуха Маклай. Говорит, но я не помню, что он открыл. Да, он тоже путешественник. Но, к сожалению, у меня о нем ничего не помню. По-моему, он жил долго среди этих папуасов. То есть он был такой, ну, настоящий этнограф. Он считал, что народ можно понять только живя с этим народом и перенимая его традиции и культуру. Вот это я про него знаю. Мы знали о Николае Николаевиче из книжек, из школьной программы, из фильмов. За последние 30 лет практически ничего не делалось для того, чтобы сохранить память о Николае Николаевиче. И только лишь благодаря старшему поколению, которое передавало молодому поколению, есть еще веточка и память о нем. Так вот, в моей ответственности, в ответственности старшего поколения, передавать знания о том, что у нас есть действительно в России те люди, на которых можно равняться, те люди, на которых действительно были раньше ориентиры и на примере которых воспитывались целые поколения. К
Когда будущему путешественнику исполнилось 17, он поступил в Петербургский университет, откуда был позднее исключен за участие в студенческом движении. Дальнейшее образование Миклуха Маклай получал в Гейдельбергском, Лейпцигском и Йенском университетах. Он посещал лекции знаменитого Эрнста Геккеля, тогда еще молодого профессора зоологии. Именно с этим преподавателем, с этим знаменитым немецким ученым, Николай Николаевич совершает свое первое путешествие на Канарские острова. Изначально Николай Николаевич занимался изучением зоологии и медицины, в частности зоологии. На Канарских островах он открыл новый вид морских губок. И после публикации этой работы как раз и появилась та самая знаменитая приставка к его фамилии – Миклуха Маклай. Фамилия Миклуха была у казака, который взял в плен в битве при Желтых водах Микаэля Маклея. Это шотландский барон, который воевал на стороне поляков и который осел у казаков, женившись на казачке Миклуха и взяв эту фамилию. До Николая Николаевича Миклуха-Маклая мы использовали фамилию, все наши предки использовали фамилию Миклуха. Но в связи с его частыми переездами и поездками за границу он добавил фамилию Маклей. Так и появилась Миклуха Маклай. Экспедиция на Канарские острова произвела на молодого ученого огромное впечатление. Его охватила жажда странствий и открытий. Главной целью стал малоизученный остров в Тихом океане Новая Гвинея. С большим трудом молодому ученому удалось получить небольшую денежную субсидию и, наконец, отправиться в путь. Миклуха Маклай одним из первых выдвинул теорию о равенстве рас, и им двигала благородная цель – доказать, что папуасы являются не промежуточным звеном в эволюции человека, как многие считали тогда, а такими же Homo sapiens, как и европейцы. Они вышли из Кронштадта и, двигаясь через Данию, Германию, Бельгию, Нидерланды и Англию, вышли к острову Мадейра, а затем к островам Зеленого мыса. Миновали Рио-де-Жанейро, Магелланов пролив, остров Пасхи, остров Таити, острова Самоа, остров Ратума и Новую Ирландию, и, наконец, на 316-й день плавания корабль достиг Новой Гвинеи. Это произошло 19 сентября 1871 года. С палубы «Витязя» молодой ученый увидел горы, окутанные облаками. Под ними чернел густой тропический лес, подступающий к океану. Деревья, обвитые лианами, опускали свою листву до поверхности воды. В этот день написаны первые строки одной из замечательных в истории человечества книг – знаменитого дневника Миклуха Маклая. Течение было попутное, и мы хорошо подвигались вперед. Часу во втором корвет «Витязь» настолько приблизился к берегу Новой Гвинеи, что можно было видеть характерные черты страны. На вершинах гор лежали густые массы облаков. В двух местах на берегу виднелся дым, свидетельствовавший о присутствии человека. Позади год плавания, и вот мы приближаемся к самым отдаленным и самым опасным для исследователя островам Тихого океана, лежащим между Индией и Австралией, и к самому крупному из них – Новой Гвинеи, с ее непроходимыми джунглями, неприступными горами, диким населением, принадлежащим к папуасской расе, которая стоит якобы ближе к животным, нежели к людям. Изучению первобытного народа и всего, что окружает его – я и хочу посвятить свои силы. В 1984 году в Русском географическом обществе я с моей бабушкой Кариной Викторовной впервые посмотрел фильм с Юрием Мефодьевичем Соломиным, в котором он сыграл роль Миклуха Маклая. Конечно же, было потрясающее ощущение, как он оказался на берегу Маклая и все это визуализировал в своей картине. Я никогда не мог подумать, что буду дружен с ним и общаться. И откровенно хочу вам сказать, что он действительно настоящий Миклуха Маклая смог донести до людей, как было трудно и какой героический подвиг сделал этот великий наш русский путешественник. К вам можно? Да, привет. Здравствуйте. Очень рад вас видеть. Главный герой, Юрий Соломин, сыгравший знаменитого путешественника, был и режиссером этой картины.
Для него Миклуха Маклай с самого детства стал настоящим героем, который навсегда запал в душу. Вдохновила вот память, чтобы осталась память об этом человеке больше, чем он известен даже по книгам. Понимаете? Все-то, мне кажется, что память о таких людях, она, раз есть памятники, есть музей, есть институты, да, есть... Мне кажется, чтобы это было бы интереснее. Мне кажется, что для ребят, школьников, это было бы очень интересно. Мне очень жаль, что я теряю такого пассажира. И вдвойне жаль, что теряю такого соотечественника. Похоже, вы хороните меня. Да. То, что вы совершаете, самоубийство. Возьмите хоть оружие. Нет. Почти полтора века назад о жизни этого народа не знал никто. Остров оставался загадочным и малоизученным. Матросы помогли построить для ученого хижину и перевезли туда все необходимое. Уже в первый день после высадки на берег Миклуха Маклай встретился с папуасом, которому суждено было сыграть особую роль. Имя Туй стало поистине историческим и неизменно употребляется рядом с именем Миклуха Маклая. Туй – это первый папуас, который увидел белого человека, который встретил Миклуха Маклая и подумал, что это человек с Луны или лунный человек, как они говорили. И именно Туй был первым другом. Об этом передает и семья Туя. В дальнейшем эту историю о том, как они дружили с Маклаем, как они его защищали и как он защищал их. 1 октября 1871 года стал особенным днем для Маклая. Он нанес первый визит в деревню. Я вошел на площадку. Группа вооруженных копьями людей стояла посередине. Ни женщин, ни детей не было. Они, вероятно, попрятались. Увидев меня, несколько копий были подняты, и некоторые из туземцев приняли очень воинственную позу, как бы готовясь пустить копье. Несколько стрел папуасы в итоге выпустили, совсем рядом с Миклуха Маклаем, и пытливо смотрели на него, изучая реакцию. Путешественник же высмотрел место в тени, притащил туда новую циновку, с удовольствием растянулся на ней и уснул. Мики много одного, как сутимем. Ол сутимем я. Ол сутикам на мсли болзем на мамбуикам антап на этблоне таптам блотем на эмикам обрусим на эмиго. Если вспомнить, как он вошел в деревню и лег во время того, как все ожидали, что он выхватит револьвер, лег посреди деревни, и все смогли его, и заснул. Это ж какое мужество было. Он подумал, ну что ж, смерть, если может ко мне прийти, то она одна. И они не стали убивать его. Они стали рассматривать, изучать, кто же это такой. Когда увидели, что он абсолютно их не боится, они зауважали. Я много раз замечал, что туземцам очень нравился мой образ действий. Они видели, что я поступаю с ними открыто и не желаю видеть больше, чем они хотят мне показать. Миклуха Маклай быстро подружился с жителями деревень Гаренду, Бонгу и Гумбу и дни напролет собирал материал для своих исследований. К тому времени в европейских учебниках по антропологии утверждалось, будто папуасскую расу отличают пучкообразный характер волосяной растительности на голове. Поэтому их нельзя считать полноценными людьми. Ученый был убежден, что это чепуха. Миклуха Маклаю удалось тщательно обследовать голову короткостриженного 9-летнего мальчика из деревни Бонгу и даже нарисовать ее. После ухода гостей Маклай сделал запись, вносившую полную ясность в проблему, так занимавшую ученый мир. Волосы растут не группами или пучками, совершенно одинаково, как и у нас. Это для многих, может быть, кажущееся очень незначительное наблюдение привело в приятное расположение духа. Рассказы о человеке с Луны переходили из деревни в деревню, преодолевая языковые и племенные барьеры. А между тем час возвращения настал. 19 декабря 1872 года на остров прибыл клипер «Изумруд», посланный русским правительством на поиски путешественника. Когда «Изумруд» вошел в бухту Стрелябия, то перед взором русских моряков предстало удивительное зрелище. Развивался русский флаг,
На лодке был русский ученый, сильно исхудавший, в истрепанной одежде, но при этом он очень свободно разговаривал с папуасами на местном языке. Папуасы его прекрасно понимали. Он с ними типа попрощался и обещал непременно вернуться. Миклуха Маклай продолжил изучение антропологических и культурных особенностей как папуасов, так и в целом народов Меланезии. Страницы его путевых дневников год за годом пополнялись новыми записями и новыми рисунками. В начале 1876 года Миклуха Маклай принял решение еще раз посетить свой берег. Жители берега не забыли Маклая, а приезд его встретили как должное. Обещал вернуться и вернулся. Николай Николаевич был на берегу Маклая трижды. Всего там провел 30 месяцев, но в третий раз был всего 6 дней. Но именно во время третьего пребывания он привез папуазам подарки в качестве бычка и коз. Бычок был очень странным животным для папуасов. Они думали, что это большая свинья. Они его сильно испугались, и он убежал в лес. Но до сих пор он является частью их преданий. Эта земля стала по-настоящему родной для путешественника. Однако пора было возвращаться. Утром 23 марта ученый в последний раз полюбовался на берега Новой Гвинеи, и корабль ушел в открытое море. Он направлялся в Сидней. Волею судьбы именно там Миклуха Маклай нашел свою любовь. В 1884 году для Николая Николаевича закончились годы неустроенности. Он решил жениться, и жениться на Маргарет Робертсон-Кларк, дочери генерал-губернатора из штата Южный Уэльс, достаточно высокопоставленного человека в Австралии. Семья Маргарет была протестантами, а Николай Николаевич православный. И жениться можно было только по протестантскому обычаю. И это условие поставил сэр Робертсон, отец Маргарет. А Николаю Николаевичу пришлось получить разрешение от Святейшего Синода и от императора для того, чтобы этот брак состоялся. В 1886 году Миклуха Маклай вернулся в Россию, а еще через год перевез на родину и семью, жену Маргарет и двоих сыновей. Здоровье ученого резко ухудшалось, болезнь прогрессировала. Впоследствии оказалось, что это был рак. И в апреле 1888 года Николай Николаевич Миклуха Маклай скончался. Николай Николаевич похоронен на литераторских мостках вместе со своим отцом Николаем Ильичем и его сестрой. Именно там, на литераторских мостках, его могила с надписью от его супруги, которую расшифровали только в конце 20 века. А ничего, кроме смерти, не разлучит нас. И знак «М» and «М», перечеркнутые две буквы «М», которыми он подписывал свои дневники. Лишь спустя столетие после того, как Миклуха Маклай впервые ступил на папуасскую землю, в Новую Гвинею были отправлены советские экспедиции в 1971 и 1977 годах. Даниил Давидович, очень рад вас видеть. Даниил Давидович Тумаркин – советский и российский ученый, специалист в области этнографии и истории Океании. Именно он возглавлял этнографические отряды экспедиций в 1971 и 1977 годах на Новую Гвинею. На берегу собралась уже довольно большая толпа. Они с большим удивлением смотрели на огромный белый пароход, которого раньше в этих водах не было. Вид у них был довольно угрюмый. Но когда мы подъехали к берегу, я закричал на языке бонгу, который я изучился по дневникам Миклуха Маклая. «О таму, кае, каабатера, всему». Это значит: «О, люди, здравствуйте, мы с вами братья». И эти слова произвели огромное впечатление. Они заулыбались, пригласили нас высадиться, и так началось наше пребывание. Я родился через 102 года после высадки Николая Николаевича на остров Новая Гвинея, ровно 20 сентября он высадился, а у меня день рождения 20 сентября. Понятно, что с детства меня постоянно спрашивали, когда же ты поедешь на Новую Гвинею. Я вам откровенно скажу, было легче уже поехать, чем отвечать, почему я туда не еду. По
подготовка к экспедиции 21 века началась. Потомку великого путешественника важно было не просто добраться до далекой Папуа-Новой Гвинеи, а наладить взаимодействие между двумя странами, сравнить современную жизнь с дневниковыми записями ученого и, наконец, вернуть память об этих местах всем, кто когда-то в детстве зачитывался книгами о путешественнике Миклухо Маклае. Я вижу в этой экспедиции еще очень большой такой просветительский потенциал, потому что пребывание русских на Новой Гвинее – это своего рода продолжение той традиции, которую заложил Миклухо Маклай. Вы знаете, когда в XIX веке, например, корабли русского флота посещали всякие далекие края, то это называлось «показать русский флаг». А вот эта экспедиция своего рода покажет современный российский флаг, то есть что сохраняется преемственность традиции в изучении этих территорий, в дружеском отношении русских к коренному населению Океании. Это, по-моему, очень важно, и мне остается только пожелать от души успеха этой экспедиции. Наконец, наша экспедиция Миклухо Маклае, 21 век, берег Маклая, прошла регистрацию, и мы сейчас отправляемся в самолет и вылетаем на берег Маклая в Папуа-Новая Гвинея. Мы сели в самолет и отправляемся в Абу-Даби, а далее в Сидней. В Сидней у нас будет пересадка, и мы приземлимся в Папуа-Новой Гвинее 13 числа в 16 часов. Вот Игорь Щенинов занимается у нас изучением материальной культуры. Хозяйственного уклада. Да, скажите, зачем вы туда едете, Игорь? Изучаю состояние материальной культуры, хозяйственного уклада монголанцев в настоящее время. Построить насколько серьезные инновации затронут регион. С тех пор, как 40 лет назад там бывала советская экспедиция. Но вы видите, серьезный подход, ни капли шутки, в глазах серьезный настрой. И вот у нас выступает еще и кунсткамера. Кунсткамера, наверное, еще более серьезный настрой. Посмотрим, так ли это. Арина Лебедева. Здравствуйте, дорогие друзья. Я сотрудник Музея антропологии и этнографии Российской академии наук, больше известный как кунсткамера. Первый раз я в своей этнографической работе отправляюсь на берег Маклая. И буду очень рада, мне будет очень интересно посмотреть на современное состояние культуры папуасов, на то, что изменилось со времен Маклая, и также со времен советской экспедиции, о которой упоминал Игорь, и посмотреть, какие инновации жизнь принесла в культуру. После того, как наша экспедиция прибыла в Матанг, нас встретил сэр Питер Бартер, друг Николая Николаевича, который помогал ему организовывать эту экспедицию. И на его большом моторном судне мы пошли вдоль берега Маклая к мысу Гарагаси. Переход на белоснежном корабле сэра Питера Бартера занял около полутора часов. После полудня участники экспедиции наконец увидели тот самый берег, к которому когда-то впервые причалил знаменитый путешественник, к берегу, который теперь носит его имя. Гостей не просто встречали. Около 3000 человек собралось, чтобы увидеть потомка Маклая и людей, как они говорили, из его деревни. А в знак уважения и памяти о путешественнике и о России, папуасы подняли на берегу Маклая российский флаг, который сами где-то достали, и пели гимн независимого государства Папуа-Новой Гвинеи, приветствуя тем самым россиян. Местное население до сих пор передает из поколения в поколение легенды о Миклухо Маклае. И встреча с членами экспедиции в 21 веке стала для жителей берега Маклая самым ярким событием за последние полтора столетия. Нас встречали как фактически представители другой планеты, потому что мы вызывали большой интерес и сильное удивление у людей, которые много слышали о людей. Люди из страны Маклая, но большинство из них их ни разу в глаза не видели.
Часть острова, которую исследовал Миклуха Маклай, почти не изменилась с тех давних пор. Здесь по-прежнему нет ни электричества, ни промышленности, ничего, что могло бы повлиять на уклад жизни аборигенов. Сапор Кубруса Маклай. Мы забываем иногда о Маклая, за 30 лет практически и не помним, и не можем сопоставить, кто такой Маклай в России. А вот папуасы хранят язык. Они хранят некоторые слова, которые внес Маклай. Ну, во-первых, это были первые слова, например, кукуруза. Топор – подтверждение того, что впервые вообще встретился каменный век с металлическими предметами, потому что это было очень ценно. Маклай. Маклаем они называют своих детей. И называют для того, чтобы сохранить память о Маклае. Как тебя зовут? What is your name? Николай. 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 Участники экспедиции мечтали встретиться с потомками Туя. Их оказалось больше, чем можно было представить. Папуасы по-прежнему ведут спокойный и размеренный образ жизни. Основное время они проводят рядом с хижинами. Дом для них сам по себе не является крепостью. Это просто место, где можно спать. Так было и во времена Миклуха Маклая. Самое главное, что постройки хозяйственные, жилые, ритуальные сохранились почти неизменно на протяжении 50-40 лет. Они по-прежнему сооружаются на сваях, по-прежнему из природных материалов и имеют те же самые формы, размеры, что и зафиксировали советские ученые. То есть в этом плане их традиция устойчиво сохраняется. Сохранились у папуасов и традиционные мужские дома, в которых юноши, которые хотели бы вступить в брак, как минимум месяц живут под началом мудрого наставника и проходят специальные обряды. Барабан называется барум. Это щелевой барабан. Сделан он из цельного ствола, из цельной колоды, в которой выдолблена полость. И в отличие от акама, барабана ручного, который используется во время празднества и представления сенсинг, этот барабан сигнальный. Он служит для того, чтобы собирать общину, собирать деревню во время каких-то чрезвычайных случаев. Например, если необходимо срочно встретиться и что-то обсудить, если кто-то умер и тому подобное. Особой датой на берегу Маклая стал день, в который отмечалась 146-я годовщина высадки великого путешественника на остров Новая Гвинея. Потомок ученого Миклуха Маклай-младший именно в этот день решил устроить телемост между Папуа-Новой Гвинеей и Россией. Для участия в нем на этот праздник впервые прибыл гранд-чиф, сэр Майкл Самаре, человек, которого называют отцом нации независимого государства Папуа-Новая Гвинея, и буквально носят на руках. Идея видеосвязи между двумя такими далекими странами поначалу казалась нереальной. Не очень все верили, что это возможно. Меня поддержала ТАСС в северо-запад. В первую очередь нам нужно было понять, возможен ли сигнал, вообще сигнал с этого берега, потому что там можно передать СМС, но уж телетрансляцию практически невозможно. В этом помог мне сэр Питер Бартер. Они тоже сказали, что сигнал достаточно слабый. И они принесли специальное оборудование, которое усиливало сигнал в этот момент для того, чтобы провести эту конференцию вот в течение буквально часа. Этот день во многом стал знаковым. По просьбе Николая Миклуха Маклая-младшего жители деревень собрали для него ритуальные и бытовые предметы, которые использовали сами и которыми пользовались еще их предки. Так же, как больше века назад папуасы приносили их к хижине знаменитого путешественника, когда тот формировал свою научную коллекцию. Тоже они говорят, что, пожалуйста, заберите это все с собой в свои холодные места и вспоминайте о ваших родных, которые живут здесь, в Гаренду. Да, спасибо вам большое. Thank you, true. Это самый дорогой подарок. И эту культуру я буду стараться сохранять и вместе с вами. Экспедиционная работа в Папуа-Новой Гвинее закончена. А команда исследователей во главе с Николаем Миклуха Маклаем-младшим отправилась в Австралию.
посетила основанную ученым биологическую станцию в заливе Уотсон-Бэй. Побывала в доме Миклуха Маклая. В 80-х годах прошлого века застройщики хотели снести здание. Незадолго до этого семья Салливан, Джанет и Коллин стали хозяевами дома. Узнав о том, что в особняке жил великий путешественник, они решили сохранить дом. Джанет писала письма Горбачеву в МИД Австралии и МИД СССР и добилась своего. Сегодня дом под охраной государства. В столице Австралии, а также в городе Мельбурн проживает семья потомков великого русского ученого. Среди них Джейни Маклай, вдова Пола Маклая, внука Николая Николаевича. Эта экспедиция, она открыла возможность еще и пообщаться с родственниками, приобщиться к своей личной истории и в то же время истории Маклая. So, Nikolai Makluhai Maklai had the two sons, my grandfather Alex, and his younger brother's name was Vladimir. I believe Vladimir had two sons named Kenneth and Robert, and they had also children who live in Australia now. Unfortunately, I didn't meet them, but they are still there in Australia. And I have three children, and they are all grown up, and my daughter only has two children. The boys don't have children yet. Участники экспедиции побывали и в крупнейшем университете страны, в котором находится музей Уильяма Маклея, общественного деятеля и ученого, друга Маклая-старшего. В этом музее хранятся предметы, связанные с великим путешественником. Я думаю, что австралийские ученые очень высоко ценят вклад Миклуха Маклая. Я посоветовался даже с некоторыми, в том числе в Австралийском музее в Сиднее, и говорят мне, что до сих пор пользуются его рисунки, замечания, результаты, его анализы. Первая в новейшей российской истории научно-исследовательская экспедиция по следам знаменитого путешественника и ученого-гуманиста Николая Николаевича Миклуха Маклая состоялась. И сегодня уже вошла в историю. Время подводить ее итоги. Та команда, которая собралась, она выполнила задачу на 100%, я считаю. Еще впереди много трудов, которые она опубликует. За время экспедиции была собрана уникальная коллекция материальной культуры берега Маклая. Всего 56 предметов. Все они были подарены потомками тех, кто лично знал Миклуха Маклая-старшего еще в 19 веке и кто проживал в тех же деревнях – Гаренду, Гумбу, Бонгу. 14 предметов пополнили коллекцию Консткамеры. Один предмет – Музей антропологии Московского университета. Один предмет передан Музею Мирового океана. 40 предметов стали частной коллекцией, которая будет демонстрироваться в музеях мира. Это блюдо, которое мне подарил потомок. Один из потомков семьи – Туя, первого папуаса, который встретил Миклуха Маклая. Представляете? Вот он проходил, когда процесс инициации, ему потом подарили это блюдо. И это блюдо является во многих семьях выкупом за невесту. Это очень ценное блюдо. В некоторых случаях говорят, это наши деньги. Вот эти вот традиции, они сохраняют до сих пор. Вы знаете, нам бы поучиться, потому что если мы сейчас попросим кого-то одеться в национальный наряд, то с трудом мы найдем даже магазин, где это продается. Поэтому мы должны помочь им, конечно, это сохранить. И вот эту коллекцию мы сейчас планируем показывать по миру, потому что она действительно очень востребована. Мы можем показать то, что было и то, что стало, и практически ничего не изменилось. Прошедшая экспедиция – это самое начало. Теперь я только это понимаю. Когда эффект потрясающий, когда огромное количество людей заинтересовалось этими идеями, и белый снег – который вот у нас есть в России, это как белое полотно, на котором мы сможем написать все то, что мы хотим. И планов огромное количество, их очень много. Николай Миклуха Маклай мечтает о новых экспедициях в Папуа-Новую Гвинею, чтобы воплотить в жизнь ценные и до сих пор актуальные идеи великого путешественника, наладить тесные и регулярные взаимоотношения с Папуа-Новой Гвинеей и создать особый этнографический заповедник в этом уникальном уголке планеты. Там, где однажды высадился человек с Луны.